Ну что ж, народ, добро пожаловать в FTL. Это двухмерный симулятор космического корабля, который отправит ваш корабль и экипаж полной славы и горьких поражений путешествия через случайным образом генерируемую галактику. Подписаться не забудьте. А я начну, в принципе. Ну да, это игра 2012 года, если я правильно помню. Где мы летаем по секторам и встречаем различные опасности. То есть летаем в сектор, там картиночка выходит. Если там корабль, и мы выбираем действие свое. Да, каждый наш ход приближает или отдаляет вражеский флот, который нас уничтожит. Ну, отдаляет его от некоторых принятых решений. Да, этот флот можно немножко отдалить на пару ходов. Ну, так сказать... Хоть что-то. Графика здесь, аспекты вполне нормальные. Игра много не ест ресурсов компьютера. Так что пойдет даже на старом железе. Довольно интересные встречи, бои. Необходимость здесь есть в некоторых реалиях. Думать, стоит ли стрелять торпедами, так как они ограничены. Да, игра довольно приятная в плане тактики. В плане исследователя, довольно-таки хреново. Но раньше, знаете, когда я в нее играл, у нас были бонусные очки после каждого проигрыша. Даже если мы много раз проигрывали, то в итоге могли привести себе корабль лучше и круче, даже с кривыми руками. Можно было поиграть. Сейчас я посмотрел тут только по достижениям. Пройди, к примеру, там 5 этапов миссий, чтобы получить вот это. И так далее. Знаете, это делает игру достаточно, по моему мнению, геморройной. А при том, то что все рандомно, то, знаете, непонятно, с какой попытки ты сможешь пройти до 5 этапа. С 1 или 70. Или пока не научишься играть. По-моему, они испортили этим игру. Ну, конечно, не мне судить в итоге. Есть члены экипажа, которых можно отдельно прокачивать. Есть пожары, например, на корабле, нехватка кислорода, остальное. В принципе, да, неплохой симулятор, конечно, управления космическим кораблем. Можно все двери вообще открыть. Но, извините меня... А раньше, когда вот эти были очки, это я помню, они были, было намного куда интереснее в нее играть. Сейчас что-то как-то, я так посмотрел, нет, спасибо, я, пожалуй, отчалю.